Ну что, продолжаем выживание всем кум. Таки добрался я домой. В прошлой серии мы остановились в том, что я застрял на скале. Еле выбрался, не поверите. Так что давайте в этой серии мы продолжим с вами. Мы должны были с вами построить пирс и судно. Я пирс без вас построил, посмотрел, как это все работает. Можно ли его... было бы здесь построить и на какую длину. Да, получилось. Осталось нам только построить с вами кораблик. Тут есть два вида корабля. Ну, как кораблей. Скорее даже один у нас идет плот. Где он? Вот плот. А второй более-менее нормальное каноэ. Вот я решил, что лучше построить каноэ, правильно? Так что давайте попробуем собрать это... все и посмотреть, что нам будет дальше нужно. Так, идемте заберем все, что нам надо. Давайте сделаем так, чтобы пока эти циферки нас не отвлекали. Так, там, по-моему, 15 штук, да, нужно нам? Вот, древесины. Я бы, конечно, все сразу захватил бы, но у нас с вами очень маленький... рюкзак, и много мы с вами не сможем взять. Так что мне нужно еще две распиленное бревно 2, по-моему, да? Это что у нас такое? Высушенная кожа 2. Хорошо. Идемте. Да, что у нас тут поменялось? Я отсюда перенес ящики, не знаю. В прошлой серии я говорил, что буду переносить. Да, у нас тут ящики стояли, как видели. Здесь у нас заполняется водичкой. Давайте попьем. Только единственное, что я не могу понять, оно либо испаряется, когда дождь прошел, и оно типа испаряется, вода. И не всегда есть возможность напиться. Но у нас здесь с вами еще есть вот хранилище воды. 20 из 20. Здесь я поставил ящики. Вот еще вода. Для дальних путешествий я сделал улучшенный топор. Веревки. Так, мне кожа нужна. Две штучки кожи. Потом дальше нам нужно, я не помню, что нам нужно, распиленное бревно, по-моему, тоже две штучки, да? Половина бревна надо, не надо. Не помню. И что-то, что? Что еще? Вот это вот память моя. Так, три, не знаю, четыре давай возьмем. Говорится, память моя дырявая. Так, будем смотреть. И листья мы сейчас с вами сорвем. Там сколько нужно? 15 штучек или сколько? Так, давай смотреть. Бум, хорошо. 8 листьев, 3 веревки. И нужно еще 2 палки. 3 веревки, 8 листьев. Но листья у нас тут есть, веревки тоже. Да, поставил здесь, получается, сушилку для кожи. Сушилку для кожи. И кожевинный станок. Теперь мы сможем с вами делать из шкур... кожу. Так, здесь сбор сока. Только я так и не понял, что это за сок делает. Собирайте сок. Установите на... ага, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Во, базовое свойство восстанавливает 6 еды и 7 воды. Угу, может мы с вами... давайте попробуем. Давайте заберем отсюда одну фляжку. Где наша фляжка? Вот. Водичка у нас с вами еще есть. Давайте попробуем выпить воду. И попробуем набрать. А потом, когда мы захотим кушать, мы с вами... так, забрать. 5 из 5. Окей. Пусть еще набирается. Попробуем выпить этого сока. Если оно реально восстанавливает так много, то нужно будет еще наставить на деревьях. Пару штучек. Так. Угу, тут нету. Здесь у нас... о, здесь еще есть. Хорошо. И, по-моему, еще палки нужны, да? Бревна. Бревна, палки нужны. А если они у меня? Собирал ли я их? А, да, кстати, я удочку сделал. Это надо будет сейчас попробовать с удочкой пойти рыбу половить. Но давайте тогда уже утром, когда будет хоть что-то видно. Потому что солнышко садится,
И не уверен, что мы хоть что-то увидим. Так. Блин, веревки три штуки забыл. Ладно. Ничего страшного. Не, ну в принципе мне нравится. Потихонечку мы обустраиваем наш домик, наш пляж. Здесь можно еще забор поставить. Но я не знаю, можно ли тут выращивать животных. Ну то есть либо приручить, либо выращивать их. Так, что мне нужно? Мне нужна веревка. Где наша веревка? Вот наша веревка. По-моему, три штуки нужно, да? Тогда мы палочки возвращаем обратно. Листики мы тоже возвращаем обратно. Кору дерева тоже. Вроде все. Это что у нас? Это уголек для зарисовки. И да, я сходил на островок, получается, на... Вот этот вот, помните, на нас напал был шакал. Вот сюда сходил и открыл тоже карту. Так что у нас уже почти все открыто. Осталось, по-моему, вот только здесь открыть. В этом вот месте. Но с этим мы тоже, я думаю, как-то справимся. Так. Идемте завершать. Идемте завершать. Все, хорошо, строить. Бум, отлично. Воу-воу-воу. Полегче, 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 полегче. Постройте ремонтный набор. Какой ремонтный набор? Вы о чем? Е, ага, у нас тут есть ящичек. Мы можем даже спать. А я спать не хочу. А я спать не хочу. Как я могу сюда зайти? Е, взаимодействовать. Так. Параметры процесса. Длительность процесса 3 часа. Простой ремонтный набор. Так, у меня же вроде есть. Ну вот, простой ремонтный набор. Угу. Так, я не понял. Я не понял, как управлять. А, F, F-очка, да? F-очка. Во, хорошо. Прикольно, прикольно. Высадиться на скале. На какой скале? На какой скале нам надо высадиться? Одинокая скала. Так, не, погодите. Пока есть никаких скал. Давайте развернемся. Я не знаю, можно ли здесь... делать этот, как его, якорь, чтобы у нас... Тихо, 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 тихо. Можно ли строить якорь? Или ты не уплывешь? Надеюсь, ты не уплывешь. Ладно. Значит, энергия быстро с вами пропала. Нужно поспать, наверное. Что я хотел? Я хотел сначала половить рыбку, а потом сплавать на скалу. Только на какую скалу, я без понятия. Где она находится, эта одинокая скала? Наверное, вот это вот, да? Где рыбки? Ну, тут мы сами были уже вроде, или нет? Или на какую скалу? Блин, игра, ты можешь как бы этот самое... отмечать место, где мне надо быть. Так, это понятно. Парусник, это понятненько. Значит, куда-то вон туда. Идемте посмотрим, как мы можем ловить рыбку. Нам по-любому нужно будет словить пару рыбешек, так как мне нужно будет сделать из костей, вот, рыбные кости, иглы, чтобы мы с вами смогли пошить, во-первых, себе костюмчик новый, кожаный, так как мы сможем добывать, вот она, вот шапочка из шкуры, накидка из шкуры, и она будет более надежнее, чем из листьев. И, во-вторых, нужно будет починить с вами этот, как его, наш рюкзачок, потому что я сделал переносной короб, и у меня всего лишь на 49, а если я сделаю рюкзачок, то мы сможем около 60, по-моему, килограмм переносить, если я не ошибаюсь, где наш рюкзак. Вот. Что нужно, чтобы тебя починить? Мне, по-моему... Так, нить из сухожилия, кусок кожи. Давайте посмотрим.
А кусок кожи мы весь потратили, да? Правильно я понимаю? А нет, вот у нас есть кусок кожи, и вот у нас есть с вами нити сухожилия. И да, я таки перенес, получается, с колесика мышки на боковую кнопку, чтобы мы смогли с вами зажигать факел. Так, что это кусок кожи? Ну, вот у нас кусок кожи. Высунная шкура. Или шкура и кожа. Это разные вещи. Что, мы сможем что-то с вами сделать? Веревка и шкур. Нет, это не надо. Пояс плюс один. Нет. И чего? Ну вот. Свежая шкура. Или мне просто свежая шкура нужна будет, а не высушенная. Ну и ладно, напомните мне заняться этим вопросом. Давайте тогда ложим вот сюда, ложим вот сюда и ложим вот сюда. Идемте попробуем половить рыбки. А потом сядем на каноэ и отправимся в путешествие. Все, хорошо, назад. Идемте ловить. Посмотрим, как этот процесс будет. Надеюсь, нам сколько, 4 червяка хватит на 4 рыбки. Только единственное, что я не могу понять, когда я буду... Так, е, рыбачить. Во! У меня кости... Так. Что нужно сделать? Выберите приманку. Ну да, рыбачить. Опачки. Ля. Ля, хорошо. Выбросить назад. Что значит выбросить? Нет, выбросить не хочу. Давайте дальше продолжать рыбачить. Давайте поймаем 4 рыбки. Попробуем одну приготовить. Посмотреть, дадут ли нам за это кости. Либо нужно будет просто ее кинуть на пол. И чтобы она засохла. Ну, то есть, типа на солнышко ее положить. Червяков у нас-то много. Мы сможем с вами... Что не так? Мы сможем с вами в гнезде червяков набрать. От рыбу просто так не поймаем. Так, все, хорошо, давай последний раз. Ага, назад нету, да? Все, окей. Значит, не всегда оно ловится. Шикарненько. Выбросить только могу. Тушка животного выбросить на землю, чтобы разделить и добыть ценные ресурсы. Ну, давай попробуем одно выбросить. Взаимодействовать. Ага, ля. Ля, что могу? Собрать. Окей. Взять в инвентарь. Так, давай выбросить. Так, это мне нравится. Это мне нравится, ребят. Конечно, если бы у нас еще с вами был бы этот, как его... Что я хотел? Был бы холодильник, было бы вообще прикольно, да? Так, недостаточно прочность инструмента. А, у нас ножичек. Ножичек у нас поломался. Блин, когда мы уже дойдем до металлических ножей без вот этих вот камней и тому подобное? Так, давай иди сюда, уничтожить. И давайте сделаем еще один крафт. Где наш ножик? Блин, мы можем костяной нож сделать, нам нужно будет 3 косточки. Но пока мест давайте попользуемся каменными. Где наши ножи? Алло. Алло, алло, алло. Where are you? Так, вот ты где. Прячется он от меня, ты гляди какой. Так, все, идемте заберем рыбку еще одну. Идемте заберем еще одну рыбку. Забрать все. Забрать все. Отлично. Этот в инвентарь, я так понимаю, с помощью молоточка мы сможем с вами... А, мы не сможем ее повесить, как этот, как его, как трофей. Ну и ладно, тогда пусть вот тут лежит. Правильно? Правильно. Так, давайте пойдем к
крафту и посмотрим. Вот иголка. Хорошо, раз. И давайте сделаем по максимуму. Сколько мы сможем сделать? А мы сможем сделать 5 штучек, да, всего лишь? Шикарно. Это пилка, нет, пока не надо. Каменное копье, хорошая штука. Я бы, наверное, себе сделал бы, но пока я с ним буду. Крыша от типи. Ресурс для более сложного производства. Можно сделать... крыша. Что за крыша? Это типа... Можно себе кожаную крышу сделать. Прикольненько. Так, давайте смотреть, что я хотел. Берем, значит, иголки, ложим сюда. Я так понимаю, они нам понадобятся, когда мы будем с вами что-то чинить. Правильно? Рыбку. Сможем ли мы с вами рыбку пожарить? Что у нас по дереву? Есть что-нибудь? Что-нибудь? 13 палочек есть. Хорошо. Давайте. О, 3 штучки положим. Много нам не надо. Попробуем зажечь. Попробовать зажарить рыбку. Вот, хорошо. Давайте 6 штучек сразу. Шикарно. Все. Потушить, погасить. Ложимся в басечки. Так, а можно мне в руки, наверное, ножичек? Ты не так сильно... Так сильно перед глазами муляешь. Так, сейчас, секунду. Секунду, секунду. Дождик пошел. Так, а давайте попробуем эту штуку. Так. Рецепты. Угу, не то. Пить. Бум. Бля, мы полностью себе здоровье пополнили. Так это хорошо. Это шикарно. Нужно будет себе таких флях наделать. То есть наделать себе такого сука еще. Ладно, пусть пополняется. Пусть пополняется. Давайте флягу пустую положим на место. Вот сюда. Рыбку оставим и заберем с вами обычный зеленый кокос. Вот, чтобы на крайняк потом попить. Ну что, отправляемся в путешествие. Я только, правда, не знаю... Куда нам нужно будет плыть. Так, прочность. Ага, прочность каждый раз уменьшается. Смотрите, видите, я плыву, и у меня прочность уменьшается. Так, уплыть с острова. Куда нам нужно? Ля, что могу? Так, остров надежды. Не, пока месть нет. Давайте пока месть просто... Вручную поплаваем. Нужно будет посмотреть. Так, а если что нам тут надо? Ремонт. Ага, то есть вы поняли, да? Ладно, сори. Сейчас, секунду. Я думал, оно не тратится, а оно тратится. Хорошо, хорошо. Так, плывем обратно. Предлагаю еще пару штучек наделать. Блин. 16 урона. Ё-моё, тихо. Где наш дом? А вот наш дом. Такими темпами мы с вами далеко не уплывем. Я понял. Нужно было плот делать. Да? Нужно было делать плот. Так, что мне нужно? Мне нужен ремонтный набор и нужно поспать, потому что ночью это вообще нереально. Я ничего не вижу. Где наш ремонтный набор? Угу. А где этот набор я делал? Скажите мне, пожалуйста, где я его делал? Блин. Вот это я уже не помню. А, вот он. Что мне нужно? 10
палок, два листочка. У нас, по-моему, как раз это и есть, да? Так, 10 палок, 2 листочка. Как раз 10 палочек и как раз 2 листочка. Все. Крафт, отлично. Мне дешевле, наверное, каждый раз просто создавать новую лодку и все. Либо обычных каной наделать и не париться. Не каной, а этих. Вы поняли. Плотов. Так, ладно, давай спать. Спать. Опять дождь. На что ж такое? Давай еще поспим. Можно мне солнышко, пожалуйста? Во, солнышко вышло. Отлично. Пьем водички, пока мест нету дождя. Мы с вами уплываем. Только давайте сделаем вот так. Блин, я такой непостоянный. Кто-то вечно то туда, то сюда. Но сейчас, обещаю, мы с вами доплывем. Туда, куда нам надо. Я надеюсь. Так, сок обратно, сок обратно. Все, поплыли. Поплыли, поплыли, поплыли. Что нам нужно? Нам нужна с вами одинокая скала. С помощью подзорной трубы я заметил большую скалу в нескольких десятках миль к северу. Так, я должен найти нужные ресурсы для постройки судна. Одинокая скала находится к северу от острова Надежды. Необходимо отправиться туда. Если бы я еще понимал бы, что это такое, что это за одинокая скала. Надеюсь, когда мы будем подплывать с вами, нам дадут знать, что типа это... Это одинокая скала. Вот я не могу понять, зачем было делать такую штуку, что у меня как корабль повреждается. От чего? От воды? От меня он от воды хп теряет или что? Что за бред, разработчики? Ну я все понимаю. Ну, это как в играх, знаешь, когда ты топором железным рубишь дерево, и у тебя как бы он ломается. Я понимаю, что когда у тебя ручка сломалась, к примеру, на топору, ну не само шострие. Ну, либо как в этом, как в расте дома гниют. Из не из железа этого, из камня. Каменный дом загнил. И такой, ура! Дойти две. Верится, не зря потратил денежку и купил себе игрульку. Так, если не ошибаюсь, по-моему, вот это вон, там вон. Одинокая скала, правильно? Интересно, а что тут есть у нас? Давайте посмотрим. Как говорится, тратить ресурсы лодки так по полной. Не, это прикольно, конечно, что здесь есть автопилот. Я так понимаю, что здесь есть такая штука, как акулы, да, которые будут на нас нападать, наверное. По-любому. Мне интересно, как мне нужно сделать вот так вот. А ты ж не уплывешь, я надеюсь. Потому что мы с вами отсюда потом не выберемся. Ага, крабик, крабик, крабик. Понятно, кокосик. Так, пожалуйста, лодочка, стой. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Так, нет, нам это не надо. Что у нас там находится вот это вот? Давай мы тебя срубим. И... Угу, и пройдем сюда, посмотрим. Веревка, да? Прикольно, все. Больше ничего нету здесь. Все, вроде ничего. Было бы неплохо здесь, да, построиться на этом островке. Надо будет, кстати, подумать. Крабики будут, зато постоянно будем кушать. Так, давай садимся. И поплыли. Вон одинокая скала. Как я и говорил в прошлой серии, будем одну серию проходить по сюжету. Ну, то есть по вот этим вот по заданиям. А одну чисто так вот побегаем на пляже, может что-нибудь новое приготовим. Я просто не знаю, у меня целенаправленно нету сценария, чтобы по ним работать, типа... Первая серия мы делаем так, вторую серию мы делаем так. Не, чисто на импровизации.
и по настроению. Так, уровень 2 мореходства. Это прикольно. Это прикольненько. Плывем дальше. Так, главное теперь не врезаться. Ну, я все равно не понимаю, от чего у меня повреждается моя каноэ. Тем более вот такая. На таких лодках люди плавают годами в море, десятилетиями. И ничего у них с ними не происходит. А ты прям разваливаешься, да? Ну, хорошо. Говорится, хорошо, хорошо. Надо будет как-то выбрать время. И пойти пофармить себе шкур. Веточек всяких разных. Всяких ресурсов. Так, что мы здесь можем что-то с вами найти? Что-то есть прикольное или нет? Не, вроде нету, да, ничего? Так, вот и чисто круг почета дали, понятненько. Единственное плохо, что здесь нельзя отдалить камеру. Так, и назад нельзя повернуться. Но если сейчас на этой одинокой скале ничего не будет, я сильно расстроюсь. И надо будет попробовать. Вот видите, справа снизу написано на ешку плыть с острова. Надо будет как-то попробовать сплавать куда-то. Посмотреть, хватит ли нам, в принципе, прочности лодки, чтобы... Ну, то есть вы поняли, да? Вот. Сюда куда-то на локальную карту попробовать отплыть. Если она открыта, конечно. Так. Давайте сюда заплывем, посмотрим. Даже если тут кокосики. Так, да, ага, рыбку. Блин, ну придется... Ладно, придется всю съесть. В любом случае, она пропала. Если мы бы этого не сделали. Так, что у нас тут есть? Давайте смотреть. Лодочка, не уплывай, пожалуйста, никуда. Так, палочки вот эти нам нужны. Листики нет. Здесь куча обломков. Нам тоже не нужна. Мы сможем с вами добыть. Вот кокос, да. Листья нет. О, здорово, братюня. О, ля. Да неужели это клад? Так, добавлен рецепт постройки маяка. Ага. Ага. Это улучшенная каноэ или что? Или маяка это улучшенная каноэ? Или что за маяка? Так, что это было? У нас с вами есть одну очку навыков. Нет. Что это было? Где этот рецепт? Откройте для крафта портативный маяк. Крафт. Крафт как? Ресурсы, другие, сюда, дом. Окружение, инструмент, медикаменты, еда. Где наш портативный маяк? Это что такое? Сушилка для... Ля, мы еду сможем, да, с вами сушить, получается? Позволяет засушить еду для длительного хранения. Размещены ресурсы... Преобразуются сами со временем. Один слот для сушки. Прикольно. Этим нужно будет заняться. Только какую еду мы будем с вами сушить? Рыбу, наверное. Так, я так и не понял, конечно, что это за маяк. Портативный. Ну и... Ну и ладно, да? Приманка из листьев. Хорошо. Ну, спасибо тебе. Потом разберемся. Что это такое? Главное, как говорится, у нас это есть. А где оно находится? Мы уже, думаю, с вами разберемся. Так, это крабик. Главное, что не скорпионы. Крабиков мы с вами не боимся. Хотя, по большому счету, любая ранка
Любая царапка, любой это, как ее может нам очень сильно повредить, так как мы находимся во влажном климате. И любая ранка может превратиться в очень большие проблемки для нас с вами. Но это ладно. Как ни крути, это всего лишь игра. Так, разведка на одинокой скала. Давайте попасть внутрь. Типа на самый верх мне нужно забраться, или что? Ладно, давайте попробуем. Стало интересно. Так, а теперь главное понять, откуда заплывать. По-моему, отсюда, да? А где у нас тут пирс? Да, вот оно. Уровень 3 мореходства. Прикольненько. Так, давай-ка мы с тобой аккуратно, не спеша. Бонжур. Бонжур. Так, лодочка, пожалуйста, только не уплывай. Это кто? Это куча обломков. Нет. Чего-чего? Но явно я сюда не за деревьями пришел, правильно я так понимаю? Сейчас по-любому тут либо бабайки, либо змеи, либо скорпионы. Что-то тут нас будет ждать. Так, мы с вами высадились. А я могу тут начать? Ага. Слишком темно. Ну, окей. И что? Что слишком темно? Что ты типа не видишь? Ну ладно, темно так темно. Блин, а я не забрал факел. Ладно, тогда придется нажать буковку Т. Т-т-т-т-т. Тра-та-та. Так, а теперь давай на карту и... Бум. Ля, что нашел? А где я вообще нахожусь? Ага, непонятно, непонятно. Так, что тут есть? Тут есть птичка. Здесь есть два особых предмета. Хорошо. Значит, для птички мне нужен топорик. А топорик я взял. Блин, а у меня топорика не хватит на птичку, и ножик у меня заканчивается. Угу. Прикольно. Так, тупик, да? Не, прикинь. Ля, сокровище. Что это такое? Дай, хочу. Мое. Старая коробка. И чего? И что? Все? Это все? Это реально все? Что тут есть? Куда идти? Ага. Куча обломков, куча обломков. Это ради этого я сюда плыл? Так, что это? А ну, давай смотреть. Прочесть. Так, по медицине. Ага, мы сейчас по-любому что-то с вами откроем. Бум, врачевание. У нас с вами появился, да? Новые зелья, походу, появились или нет? Ну, по идее, должны быть новые. Так, Запильская. Канонира. Меня зовут... Канонир в экспедиции Хан Леоне. Наш корабль потерпел крушение. Наша шлюпка разбилась. А подводные камни. Возможно, я смогу поймать одну из этих птиц, крушащую здесь, или хотя бы найти их яйца. Это как песня, помните, была? А как же яйца, Олег? Кто помнит, какая группа пела? В случае, если мы с Педро умрем здесь, помолитесь за нас и позаботьтесь о наших телах, хорошо? Подскажу, песенка называлась «Пей пиво». Ну, кто такой же старый, как я, тот помнит. Что за группа? А кто нет, тот нет. Ладно. Это я себя так успокаиваю, потому что мы находимся с вами в черной пещере. Так, у меня вот есть 5 штучек этих. Часть индийской
карта, которая поможет при открытии новых регионов. Может найти в индийской локации. Я так и не понимаю, зачем они мне нужны. Если честно. Если честно, не понимаю. А можно, чтобы дождик закончился? Можно, пожалуйста, чтобы закончился дождик? Так, нам нужно попить будет. Давайте попьем. Попьем, попьем, попьем. И пойдем дальше. О, походу сейчас нужно будет птичку лузгнуть. Правильно я понимаю? Правильно понимаю. Только до этой интересное место мы так и не добрались, да? Слышь, а их не сильно много ли тут птичек? А давайте нажмем буковку ТТТ. ТТТ. Здорово. Ля. Прям три штуки сразу сейчас на нас нападать будут, да? Ага. Заметил? Минус один. Минус два. Почти. Так, а где птичка? Алло. Хорошо. Ну, ладно, давай еще раз. Вот птичка. Давай. Не хочешь? Дон дистальна библиотека. Так, выбрать все. Все забрать, дай сюда, выбрать все, не могу, прочность инструмента, если я это уберу, не тоже не могу, блин, а это могу, да, у меня шо, у меня ножик поломался, камушков здесь нету, ну и ладно, нету камушков, так и нету, иди сюда, падла, давай, все, до побачення. До побачення. Забираем все. И давайте смотреть. Так. This is the cannoneer from the crashed Santa Maria. Left without a boat on this rock. Остававшись без лодки на этой скале, он умирал от голода. Здесь наверху он нашел гнездо и попытался забрать яйца. Недооценил опасность птиц гарпий. И заклевали его насмерть. Возможно, на Санта-Марии еще кто-то уцелел. Мне стоит отправиться к месту крушения. Прикольненько, прикольненько. Интересно, это что такое? Хороший ремонтный набор. Ля-ля на нашу лодку, да? Как знал. Отплыть в регион Бизона. Бизона регион. Отплыть. Нет, нам нужно сначала вернуться домой. Блин, о, лодочка. А если я сейчас сделаю EPKA, прям водичку, как думаете, это хороший? Хороший план, надежный будет? Как швейцарские часы или нет? Мне интересно, а мы с вами вот эту вот штуку залутали, интересное место или нет? Или не залутали? Просто если не залутали, то хочется спуститься посмотреть. Так, ладно, давайте спустимся вниз. Посмотрим, что это за интересное место. Если мы там уже были, то можно, в принципе, будет подняться, прыгнуть и на этом серию закончить. А потом в следующей построить с вами сушилку, наверное, для еды. Еще надо будет побегать, пофармить. Я думал, что в этой игрульке я смогу как сделать. Ну, то есть, как бы серию записал и следующую на том же месте начал. А, к сожалению, не получается, потому что большую часть времени приходится фармить. И это иногда подбешивает, если мягко сказать. Что это за интересное место? Где оно? Вот тут оно, хорошо, снизу. Такое чувство, что оно не идет, а скачет. Так, бонжур, спишь? Что у тебя интересного есть?
Что у тебя есть тут интересного? Ничего, да? Понял, листики, бочка. Бочки мы, наверное, будем скоро делать, да? Из металла. Правильно понимаю, это вот интересное место. На Лидиану. Ну, походу, да. Походу, это оно и есть. Ну, все, в принципе, мы все залутали здесь. Я не знаю, стоит ли разбирать тебя, не стоит. Ну, давай попробуем. Ага, прочность инструмента у нас с вами на нуле. На нуле. Ну что, идемте наверх, поднимаемся, прыгаем и заканчиваем. В следующее посмотрим, где этот остров наш Бизона находится. Только я не знаю, нужно ли брать с собой будет еду, воду. Нужно будет наловить рыбки. Чтобы у нас червяки не пропали. Добыть косточки мяса. И построить сушилку. А что по поводу сушилки? Сейчас, секунду, ребят. Что по поводу сушилочки? Так, шалаш из листьев не. Ой, какой красивый заборщик. Все, хочу такой себе. Хочу себе заборщик. Так, что я хотел? Я хотел себе сушилка для еды. Что мне нужно? Веревка. Ага. Распиленное бревно, понятно. Понятно. Ну, в принципе, ничего такого сложного. В принципе, ничего такого сложного. Ладно, идемте. Я не помню, есть ли у нас дома веревки. По-моему, штучек 5, по-моему, оставалось, да? А, я понял, зачем мы с вами нашли этот, как его, улучшенный набор, вот этот вот. Для того, что, походу, когда мы отплывем на остров Бизона, у нас лодка вообще в ноль, да? В ноль уйдет. Так, бонжур. Камушки есть? Камушков нету. Были бы камушки, мы смогли бы забрать с вами трофеи. Так, ладно, давай, братюнь. Передавай привет, как говорится, остальным. Ну что? Поехали. Все, Барбосе, привет. Давай. Дон дистала библиотеке. Блин, хочу еще раз. А мне понравилось. Да? Классная штука. Так, ладно. Выплываем. Идемте. Идемте, идемте на лодочку, посмотрим, где этот остров Бизона управлять. Так, локальная карта, нет informations. А где остров Бизона? Ага, это вот оно, да, неизвестный регион, правильно я понимаю? Для экспедиции в регион необходим один из следующих предметов. У нас это все есть с вами. Отмена. Закрыто, закрыто. Правильно я понимаю? Это ж это вот. Вот это вот Бизон. Просто б не хотелось бы впустую потратить. Так, биомы, пляж. Ага. Хроники 5 из 6. Что-то непонятно. Хроники. Что за хроники? Камень, апексид, растения. Ладно, нам пора домой. Давайте попробуем сейчас доплыть домой. И все-таки взять и сделать нам этот, как его, сушилку для еды в этой серии. Так, если я не ошибаюсь, нам, по-моему, налево. Правильно я понимаю, нужно плыть? По-моему, вон туда. Слышь, это не отсылочка к Симбе, нет, случайно? Королю Льва. Ауэмбовы, ауэмбовы, ауэмбовы. Так, серьезней. Немножко посерьезней. Ауэмбовы, ауэмбовы. Ауэмбовы. Ну что, как думаете, стоит ли отплывать на остров Бизона? Или все-таки попробовать еще немножко... Раз это его
расширить нашу базу, построить, во-первых, это как его построить, сделать нам накидку кожаную, а для кожаных накидок мне нужно как минимум будет с собой взять два топора, пару ножей, пару камней, чтобы мы могли с вами взять и шкуру, и мясо, и кости. Так, а я правильно вообще плыву? По-моему, да. По-моему, да. Блин, что-то вот это вот шестое чувство полностью прокачал его, оно что-то вообще не работает. Чё такое? Чё оно? Зачем оно? Кому это все надо? Так, а тут регион Беззона. Блин, а я не знаю, нужно ли мне какое-то оружие будет в регионе Беззона. Готовы ли мы к этому с вами? Не, я-то всегда готов, но не хотелось бы спешить раньше времени. Мы правильно вообще плывем? Так, кто в курсе? Да-да-да, правильно, вот, узнаю это дерево. Говорится, узнаю это дерево, да. Большое, я на него залазил. Так, еще чуть-чуть, и мы дома. Ну, в принципе, сколько у нас? Меньше косарика прочность лодки потратилась, правильно я понимаю? И, наверное, обычно это каким-то большим ремонтным набором мы с вами сможем полностью починить лодку и отплыть домой. Ну, мне бы этого хотелось бы, конечно. Да, все, по-моему, за этим большим булыжником находится наш домик. Блин, все прикольно, конечно, прикольно, но мне, знаете, что не хватает? Автоплыва. Ну, то, чтобы я нажал кнопочку, и оно автоматически плыло, как в нормальных играх. А не нажимать постоянно W вперед. Не помню, в какую игру я играл. Но... Там у меня еще в начале игры я такой большой орел нес. Как эта игра называется? Короче, ну вы поняли. То мне там нравилось на корабле то, что там можно было поставить автоезду, что она сама плыла. Конечно, мы там медленнее плыли, чем тут. Но зато не надо было держать. Так, бонжур. Во. А вот и наш домик. Хорошо, что мы сюда перебрались в пещеру, да? Скажите, какая красота тут. Все, все. Все, шикарно. И самое интересное, то, что я упал, да? Нет. Так, а я могу плыть, не? Пожалуйста. Самое интересное, то, что у нас здесь с вами есть... Это вот ящичек, в который мы сможем с вами что-то сложить. 100 штучек можно. Да ты шо. 100 килограмм чего-то можно будет сложить. Шикарно. Так, давайте мы с вами возьмем в руки что? Правильно, возьмем в руки яичко и сделаем себе омлетик. Могу себе позволить, правильно? Правильно. Все. Всем, кстати, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Но мы уже серию заканчиваем, так что... Ай, я походу в костер наступил, да? Так что мы серию заканчиваем, как говорится. Надо было... О, полностью заполнили. И давайте, наверное, еще одно яичко мы с вами пожарим, а мы не пожарим. Плёха. Ну и ладно. Тогда просто выпьем его сырым с утра. Так, давайте перья сюда. Что мне нужно было там? Веревки? Нет, кстати, давайте трофеи повесим.
Так, я тебе друга вот принес, смотри. Ты теперь не одинок. Ля-та, лучшие друзья. Все, мне теперь нужно что сделать? Мне нужно открыть с вами нити сухожилия животного. Не помню, зачем оно мне надо было. Ну ладно, яйцо, веревка, кусочек обсида, обсидиана, кусочек обсидиана сюда. А мне нужна веревка. Где ты у нас находишься? Неужели я все потратил? Ага, у нас и костер потух, нужно будет дров насобирать. Неужели я все веревки потратил? Да нет, вот они, Арчи, что ты, как говорится, меня подводишь? Вот же они. Так, давайте смотреть. Сушилка для еды. Я так понимаю, можно ее на улице, да, поставить будет? Блин, а может все-таки в доме где-то примастерить? Чем мы будем на улице? Давайте в доме, да, сделаем. Никто ж не против. Я не против. Все, хорошо. Что нам нужно? Нам нужно сделать так. Ниточки мы потратили, веревочки потратили. Надо будет за веревками сбегать. Блин, долго, долго это все делается. Хотелось бы немножечко быстрее. Так, кокосы, бананы. Длинные палки. Мне нужны длинные палки. Мне длинная палка всего лишь одна. Походу мы с вами не сможем сейчас сделать сушилку для еды, да? Или сможем? Или не сможем. Так, распиленное бревно. Ага, распиленное бревно. Так, раз. Как говорится, причем тут бывшая, да? Ладно. Так, два. А мне... Ой, я таки извиняюсь. Мне нужно распиленное бревно. Начать. Бомс. Хорошо. Идемте дальше смотреть. Три. И нужно два листика. Всего лишь два листочечка, которых у нас с вами... А, не, как раз две штучки. Ля, вот это я запасливый, смотри. Просто все тютелька в тютелечку. В тю-тю-тюлечку. Угу, палочки. Ладно, давайте палочки куда-то положим туда, где мы сможем их вместе вот так собрать. Во, отлично. Все, убери. С рук вообще все возьми в руки. Что ты можешь взять в руки? Топор не можешь взять, да? Давайте ремонтировать топор. Давайте ремонтировать топор и делать ножик новый. Ножик мы выкидаем, топор мы ремонтируем. И нужно будет усовершенствованный, улучшенный взять с собой топорик. Так, уничтожить. У меня все есть здесь улучшенный топорик. Вот он у меня тут лежит. Где он? Вот. Лучше на топорик. Нужно будет им пользоваться. Чем мы просто так это все. Просто так это мы все делали. Или что, или как? Так, кто это такой? Сушеные грибы. Ага, и сушеный финь. Ага. Сушеные змеиный хвост. Сушеная рыба. Сушеная рыба. А давайте, давайте. Давайте мы поспим. Так, давайте поспим. Что у нас тут лишнее? У нас камушек лишний. Нет, не, камушек не лишний. Нам нужен же ножик, чтобы мы смогли потом разделать с вами рыбку. Так, где ты? Где ты ножик? Вот ты ножик. Давай, хорошо. Чебоникс. Идемте ловить рыбку. Идемте ловить рыбку. Давайте, наверное, только так сделаем. Потому что не люблю, когда перед глазами что-то так телепает. Ага, пошли ловить рыбку без удочки, ну как обычно. Так, как обычно, как обычно. Давай сюда, хорошо. Забрали же, забрали. Все. Да, нужно будет, наверное, сделать сколько? Ну, пусть по 2, 4, 6, 8, 10, 10, 15. Штучек 10-15 мне нужно будет шкур животных, чтобы сделать нормальную одежду. И вот тогда нужно будет уже управляться и этот, как его, управляться в путешествии.
Плюс нужно будет с собой взять еды и воды. Что такое? Я хочу рыбачить. Ля! Что за бред? Ага, вот оно. Второй уровень рыбалки. И давай еще раз. Не? Рыбачить. Нет наживки. В смысле нет? Ах ты, падла. Сожрала наживку, да? Ага. Донде стала библиотека? Иди сюда. Падла, отдавай. Отдавай наживку. Ладно, все, 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 все. Мы же с вами вежливые, культурные, правильно, люди? Зачем вот это вот психовать? Давай сюда слаживаем две рыбки. Две рыбки, так две рыбки. В принципе, мне хватит так забрать. Ага, еще и дождь пошел, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Что такое? Ага, у меня ножик, да, пошел по одному месту лишь. Недостаточно прочный инструмент. Недостаточно прочный инструмент. Не-не-не-не-не-не. Ладно. Мне не впадло сбегать за камнем. Где тут камень? Давай сюда. Давай создадим еще один ножик. Так, где ты? Ну давай быстрее. Я и так хотел уже серию заканчивать. 40 минут назад. Блин, где нож? Кто мне подскажет, где ножик? А вот ножик, все. Все, отлично. Идемте. Идемте заберем кусочек мяса и косточки. Забрать все, забрать все. Недостаточно прочный инструмент. Что не так? Резак, прочность, ну, что тебе не устраивает? Чё за бред? А, вот оно чё, Михалыч, понял. Все, нужно было просто... просто здравствуй, просто как дела, и все, все. Отстань. Так, давай смотреть, добавить. Добавить рыбку. Так, съедобно, очень долго хранится. Базовое свойство восстанавливает быстрее еды. Шанс несварения 23. Что мне нужно делать для этого к предмету? Морская соль. Мне нужна соленая вода. 5 штучек. Ага, ага. И как мне это сделать? Мне нужно взять флягу, да, в руки, наверное. Ладно. Давайте поспим без проблем. Давайте еще поспим. Ох. Ох, хорошо пошло, да? Так, ладно. Выпить, 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 съесть. Все. Надеюсь, фляга не будет у нас тоже ломаться. Идемте наберем водички. Так, взаимодействуйте. Забрать, забрать, забрать. Сколько нам? 5 штучек нам было. Давайте 10 наберем. Все, шикарно. Давайте делать сольку. Где наша солька? Вот солька. Ну? Очаг с горшком. Ага. Ага. И чего? Где мне взять очаг с горшком? Кто мне скажет? А у нас такого нету еще, ребят. А у нас такого еще нет. Вот, что мне для этого нужно? Что мне для этого нужно? Обжаренная заготовка горшка. Хорошо, хорошо. А где мне взять горшок? Так, где мне взять горшочек? Алло. Переносной маяк. Можно кинуть на землю для отметки места. Тлеет очень долго. А, вот оно где.
Так, переносной горшок, глиняный горшок. Фляга. У меня вот сейчас фляга начнет свистеть. Где глиняный горшок? Наверное, в крафте. Правильно, я так понимаю. Нужно подойти к столу для крафта. И посмотреть. Здесь по-любому должен быть глиняный горшок. Это что такое? Лезвие. А у нас есть оно? Что мы сможем с него сделать? Сможем с него ножик сделать? Давайте попробуем. Может, оно как-то будет немножечко прочнее. Хотя я знаю, я сейчас его потрачу, а потом оно мне пригодится, мне одной штуки хватать не будет, так что не. Ну и ладно, значит, мы не сможем с вами посушить рыбу. Рыбу, значит, мы приготовим, а финики... Дай мне, пожалуйста, хотя бы один финик. Дай мне финик. Где тут финик был? Где тут был финик? Я помню, он где-то был здесь. Так, ладно, давай-ка мы, ой, нет, стой, куда ты? А я не хочу пить, перелить, все, опустошить. Блин, а что мне теперь с морской водой делать? Что мне делать теперь с морской водой, если я ее выпью? А, все, пусто, да? Давай наберем. Набрать 5 сока. Идемте посмотрим, где тут финик был. Я ж помню, тут где-то был финик. Хочу посмотреть, как она будет засушиваться. И на этом точно все. И на этом точно заканчиваем. Я думаю, точно хватит. А-а-а, бананы, кокосы, да? Понял. Слышь, апельсиновый рай. А где у нас финики были? Я ж помню, где-то у нас были финики. Слышь? Где финики? А ну, покажи мне. Неужели я финиковое дерево срубил? Но я не мог так поступить. Вот кто-кто, но... Я явно не мог так поступить с финиковым деревом. А прикиньте, если его... Вот оно, а я бегаю. Фу, хорошо. А то я уже испугался, что я финиковое дерево срубил. Так, давай финики разместить. Ага, один день сушится. Во, нормально сушится. Ну и в принципе неплохо. Так, ребят, предлагаю на этом серию закончить, наверное. Я думаю, да, давайте запрячем удочку. Запрятать удочку, запрятать флягу, запрятать косточки. Рыбку мы с вами съедим, яйцо. О, хорошо. Рыбку мы съедим, яичко тоже скушаем. Так что все. Я пошел отдыхать. Сейчас я тут себе лежаночку сделаю. Ляжу и буду загорать и наблюдать за тем, как тут кружляет птичка надо мной. А вам всем пока-пока. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Если досмотрели, конечно. Может, сейчас разговариваю сам с собой, и никто этого момента никогда не увидит. Так что все. Всем мур-мур. Пока-пока. И да потом. В следующей серии будет следующая серия. Так что да, держу в курсе.